Всем привет! Сегодня мы снова в гараже Alcatrashers Garage, и мизантроп решил полностью поменять масло. Полностью это в каком плане? Что когда мы сливаем масло с Harley Davidson, с мотора, мы же все знаем, что там система смазки с сухим картером, и у нас при обычном сливе масла, получается, когда мы сливаем, у нас остается некая часть масла, это в районе, наверное, 700-1000 грамм масла, получается, в картере, в шлангах, там где-то в штуцерах оно застревает, и мизантроп сегодня хочет полностью как бы выгнать масло старое из системы. Сейчас мы вам покажем, как все это выглядит, вся эта конструкция. Смотрите, на самом деле там все просто. Вместо фильтра наворачивается адаптер с выходом. И получается масло. Вот сейчас мизантроп заведет мотоцикл. В маслобаке уже масло залито, новое. И он просто заведет мотоцикл, и мотоцикл будет тарахтеть до тех пор, пока масло не выйдет. Все. И он не заклинит нахер. Нет, на самом деле шланг почему сделан прозрачным? Потому что мы будем видеть, как выходит старое масло, и мы четко уловим момент, когда пойдет свежее масло, и таким образом мы сможем спокойно отследить, когда у нас можно уже заканчивать эту процедуру. То есть вся суть в том, что в маслобаке сейчас новое масло, в системе осталась часть старого, заводим мотоцикл и смотрим, когда потечет у нас свежее масло вот с этого шланга. И когда оно потечет, глушим мотоцикл, наворачиваем масло фильтром. И все. И вот сейчас, кстати, мы сможем посмотреть, сколько примерно остается в системе, в маслосистеме старого масла при обычном сливе. Все, погнали. Блять. Давай! Что такое? Масла нету нихера, потому что.
эксперимент нам показал, что до выхода примерно более-менее чистого масла у нас выходит из системы примерно 2,5 литра старого масла. И уже после этого со штуцера пошло более-менее такое, ну, чистенькое масло. 2,5 литра это реально много. Но оно же там все равно смешивается. Там какие-то процессы происходят, да. И вы видели, что в процессе мизантроп доливал масло, потому что нельзя маслосистему, естественно, оставлять сухую, чтобы ничего не произошло. Хотя, мне кажется, с этими моторами ничего не происходит. Так что такое вот коротенькое, но очень интересное с точки зрения технологии замены масла видео. Сейчас мизантроп поставит маслофильтр, дольет масло в систему и все, и на этом все закончено. Такие дела. Всем спасибо за внимание. Что там делаешь? Да ничего. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за внимание. Берегите себя, своих близких, будьте здоровы. Ничего не роняйте. Всем пока.